Участницы проекта «Время худеть» на Первом городском канале Юлия Степанова и Екатерина Двинянинова занимались в фитнес-клубе «Заряд». Екатерина до проекта весила 95 килограмм. Начало проекта – это будет какой-то исходной точкой. С этого начнется, наверное, другая жизнь, другие интересы будут в моей жизни. В фитнес-клубе «Заряд» Екатерина занималась на групповых тренировках. За 2 месяца на проекте она похудела на 8 килограмм. И все это благодаря упорству и физическим нагрузкам. Высоких результатов в борьбе с избыточным весом добилась и Юлия Степанова, еще одна участница проекта. Диеты меня не хватает долго. Пробовала даже заниматься спортом, но опять же лень, и все это заканчивалось так, безрезультативно. В фитнес-клубе «Заряд» Юлию ждали успехи. Она упорно занималась, и результат не заставил себя ждать. Минус 10 килограмм за 2 месяца. Фитнес-клуб «Заряд» – сделай мечту об идеальной фигуре реальностью. Производственная, 18. Телефон 62 95 90 44 13 13.